группу людей, состоящую из Модеста Петровича Мусоргского, Петр Ильич Чайковский, Чехов, они там все собирались, и я думаю, что когда они все собирались вместе, то в какой-то определенный момент появлялся Николай Андреевич Римский-Корсаков, смотрел на все это и говорил: вам хватит. Так что следующая песня называется «Нам хватит». Есть вода и заварка, пока для гостей ни того, ни другого не жалко. Копи, не копи, все равно не успеешь потратить. Нам хватит. Ответов вина не считать на лозе виноградин. Смотреть на огонь просто так, ничего-то там ради. Подальше от тех, о которых забудем, как звать их. Нам хватит. И все мы поймем, помогая подняться уставшим. Так что там кроить и делиться на наших и ваших? Пускай по счетам нам никто ничего не заплатит, нам хватит. Нам хватит всего, нам всего понемногу досталось. Еще бы хоть самую малость налей на усталость. О чем промолчим на последнем, на главном закате? Yeah.